Друзья, задумываетесь ли вы, как часто размещаете публикации в Инстаграм? Я, например, делаю это раз в день, как минимум. А вот Дируза как вообще пропала. Мы с журналистами решили поинтересоваться у артистки. Неужто она отправилась на отдых и отключила свой телефон? Впрочем, не будем гадать и узнаем уже сейчас. июля эта юная красавица сделала последнюю публикацию в Инстаграм, но прошел вот уже почти месяц, а никаких обновлений за горизонтом и близко нет. Что-то случилось? Уехали в отпуск? Ау! Вы где? Не мучайте себя этими вопросами, все в порядке. Дируза жива и здорова. И более того, причина ее отсутствия оказалась уважительная. Вообще, многие спрашивают об этом. Но знаете, сейчас у нас идет большая работа над новой песней и новым клипом для наших поклонников и слушателей. Поэтому времени на Инстаграм не хватает. А на отдых время находится в вашем забитом графике? Когда мы решили задать артистке этот вопрос, вмешался продюсер Дирузы Ерлан Алимов. И вот что он нам категорично ответил. Нет, сейчас нам не до отдыха, мы очень много работаем, да и вообще отдохнуть еще успеем. Как говорят заядлые работяги, на пенсии отдохнем. Очевидно, с Дирузой обстоит такая же ситуация. Кстати говоря, мы припасли для вас еще одну очень радостную весточку, которую готовит для нас певица. Новый видеоклип, надеюсь, выйдет в конце следующего месяца, а снимать будем уже в этом. Бог вам в помощь, как говорится. Ну и очевидно, что скоро Инстаграм Дирузы снова обретет новую волну. Салтана Жеркебаева, Сержан Мильдаханов, Headliner.